Мы как бы для народа работаем мы все. Мы стараемся, чтобы для народа было очень выгодно. И мы стараемся, чтобы курс доллара был по натуре вот ниже, чем в национальных банках, коммерческих банках. Это мы для народа стараемся. Четвертый, пятый день как бы Нацбанк своим курсом не выходит. Из-за этого мы сами вот хотим, чтобы было падение доллара. Вот хотим, чтобы она вообще даже под 50 была. Я меняю в обменных пунктах, как так еду по дороге домой и по пути заезжаю там, где более-менее удобный мне курс. Ну, тут курса, ну, покупки меньше тут получается. Но если доллар в сумах меняешь, тут лучше. А там, ну, наоборот получается. Нам приходится так вот продавать, чтобы курс понизить чуть-чуть хотя бы. Мы не диктуем курсы ни обменным бюро, ни коммерческим банкам. Мы устанавливаем официальный курс. Но когда он устанавливается на рыночной основе. То есть Национальный банк не сам его определяет. Здесь, получается, проводятся сделки между коммерческими банками, по каким курсам они проходят. Исходя из этого и рассчитывается официальный курс. При расчете официального курса мы используем безналичные операции, которые проводятся между банками и Национальным банком, например. В обменных пунктах же, например, там курс на наличную валюту. И, в принципе, разница между официальным курсом и наличным курсом всегда есть во всех странах. Это всегда было.